певицы Пелагеи людям несведущим скорее напоминает о фабрике звезд, чем о готике. Однако это в корне неверно. Певица Пелагея Ханова и группа с одноименным названием играют не компьютерно-попсовый музончик, а настоящую живую этнику. Русские песни и романсы с безумствующими фузовыми гитарами, духовные народные песнопения, совмещенные с классикой рок-н-ролла. Музыка народная – это основа их творчества, причем народная вообще, а не какой-то нации в отдельности. Украинский фольклор очень нравится болгарский фольклор, удивительно красивый. А еще всякие там северные, африканские есть песни, такие классные вообще. Вот. Поэтому на самом деле, сколько я слышала фольклора, да, разных стран, в каждом есть удивительные совершенно вещи, абсолютно. Этнические образы, музыкальные мотивы древних времен все больше привлекают современных музыкантов. Обращение к корням посредством искусства, а через них выход к истине. Народные мотивы очищают душу человека от нанесенного, надуманного нашей цивилизацией. Простота и красота древнего искусства побеждает синтетичность и искусственность современности. В русском фольклоре огромное количество песен, красивейших, по 29 куплетов, которые хочется петь, вот как вот они есть, акапельно. Они не нуждаются ни в какой обработке, более того, они ее, ну как бы они с ней никак не сочетаются, с другой какой-то, ну, музыкой. Вот они акапельные, вот есть 29 куплетов, и пой ее. Мне очень интересно ее петь, но я боюсь, что найдется мало слушателей, которым будет интересно это слушать. Чтобы создать настоящую этническую музыку, кому-то понадобятся настоящие народные инструменты. В группе «Пелагея» всего 4 постоянных музыканта – соло, 2 гитары и барабаны. Там нет ни домбры, ни балалайки. Для создания истинно народной музыки им достаточно голоса самой певицы, диапазоном в 3,5 октавы. У меня предвзятое отношение, скажу, к балалайке. Правда, я не люблю этот инструмент. Мне не нравится звук балалайки. И вообще, может быть, вот вполне может быть, что тут я как раз вот обычный рядовой слушатель, у которого просто оскомина от балалайки, правда. Чаще всего современные интеллектуальные музыканты, то есть те, кто понимает, что, о чем и для кого они поют и играют, причем делают это исключительно живьем, люди широко эрудированные и подкованные на нотной ниве. Даже если музыкант играет в этностиле, в плеере чаще всего болтается диск с прогрессивной музыкой. Обычно в плеере у меня как бы такой состав, там обязательно должен быть Том Уэйтс, обязательно должен быть Брегович, Запмама, Ришар Бана, 2 альбома обязательно. И такой вот у меня запас. Чтобы современная этномузыка несла истинно народный дух, не надо придумывать песни в стиле а-ля Рус. Надо брать живой материал наших предков, песни, которые пели наши бабушки.